Ну, наконец-то он пришел. Наконец-то он пришел. Мы поехали в кордон, в лиман, лодку накачали, три бычка словил. Тут звонят, что езжайте домой за своим крафтом. Короче, приехали, еще полдня прождали, пока привезли. Ну, короче, занесли четвером. Четыре человека поставили его. Я решил его ставить так, короче, все. Чтобы не варить повороты. Сюда вот красиво здесь вырежу дырку, вот по диагонали он встает четко, я смотрел, и подход удобно, подход расстояния, вот это вот расстояние, где ребенка, к ребенке подойти можно, работать здесь можно, подойти будет удобно, повернуть трубами, там паяться, там сгоны, там поклеваться. Короче, решили, постановили, что он будет вот так вот стоять. Не знаю, я счастлив, я, в общем, короче, класс. Я счастлив. Лопатки с нержавеечки. Надо их тоже подвесить. Лопаточки, скребочек, вот. Приехал скребочек. Вот. Получили вчера на почте цепочку эту, короче. Цепочка будет цепляться вот здесь, как-то вот тут вот цепляться. Ну, короче, я счастлив. Счастлив. Вообще, просто, просто вообще. Да, конечно, в котельной стало места мало. Места мало. Вот, я стою на входе дверном. Вот. Ну, зато удобно будет. Можно будет дрова, блядь, сложить и здесь, и здесь, и здесь. И здесь себе раз загрузил, короче, все. Так что все дело осталось за теплоаккумулятором, расширительным бачком, там что трубы, что там надо будет. И потом, что тебе штуку доллара Вася плачует, и приезжаешь там 2 дня, 2 дня, может, и сделаешь. Так что все, покедово. Буду отмывать котел свой красного цвета.